Здорово, пупсики. Давно не виделись, правда? Страшно ведь. Не заставляй себя долго ждать, я знаю. Здесь очень страшно. Ребят, если вы не успеете поставить лайк за 3 секунды, то монстр вас сожрет ночью. Привидение! А кто не верит, оглянитесь вокруг. Если вы спите, если вы в туалете, то он может выползти из унитаза. Ставьте быстрее за 3 секунды. 3, 2, 1, давай. Вау. Тише. Кутывайтесь. Чё, интересно? Чипсики. Вот вам и хихи, какая, девочки. Тут видно. А еще вот такой чаек. Индийские специи называются. На самом деле это зеленый чай с лимоном, обалденный. Не такой, как кленово. Но очень вкусный. Прям. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Дзен, подписывайтесь на телегу, жмите колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Поехали. Чувак, мы не держим паразитов в качестве домашних животных. Мы не хотим покупать это. Паразитом может быть серый питомец. Хорошо, давай разберемся. Ты готов, братан? Давай. Чувак, смотри на это. Братан, это выглядит вот так. Я думаю, что нас обокрали, братан. Проснись. Он залезает к нему. Подойди. Как дела, ребята? Добро пожаловать в совершенно новый эпизод сериала «Роскошная тьма». Нас не было некоторое время, но мы благодарны вам за всю ту любовь, которую вы дарили нашим каналам. Так вот, для этого эпизода Честер нашел новый сайт в темной паутине, где продаются экзотические домашние животные. Теперь каждый раз, когда мы заказывали животное на одном из этих сайтов, это было ужасно. Но Честер постоянно приставал ко мне с просьбой завести нового питомца. Так что сегодня вечером мы сядем и проверим, покиньте этот сайт. Поехали. Хорошо, давай сядем и посмотрим на это. Хорошо, и так на этом сайте, похоже, есть много вариантов. У нас есть любимые кошки и черви. Любимые черви? Что это? Что? Возможно, твоя мама дома? Чё, серьезно? Это твоя мама? Мы снимаем видео. Хорошо, мы можем снимать, но нам нужно вести себя тише. Все в порядке. Стоп, а чего она кричала? Это твоя мама? Мы снимаем видео. Хорошо, мы можем снимать, но нам нужно вести Угораю. Себя тише. Все Угораю. В порядке. Хорошо, так что давай прямо сейчас заглянем на этот сайт. Что бы ты хотел посмотреть? Чувак, зайди в раздел «Тепло». Мам, я уже взрослый. Сынок, ты проголодался, иди кушать. А, сейчас приду, сейчас. Хорошо, мы можем снимать, но нам нужно вести себя тише. Все в порядке. Хорошо, по моментам кричала «Help». Что давай прямо сейчас заглянем на этот сайт. Что бы ты хотел посмотреть? Чувак, зайди в раздел «Тепло». Чувак, почему тебе так сильно хочется полакомиться червячком? Хорошо, давай посмотрим на другие разделы здесь. Подожди, а как насчет паразитов? Дай-ка я немного пролистаю страницу. Нет, перейдем к паразитам. Нет, чувак. Чувак, люди не держат паразитов в качестве домашних животных. Мы не хотим это покупать. Паразит может стать отличным домашним животным. Как же так? Да чувак, ты ровли, неужели чувак. Тебе никогда не хотелось завести питомца, которого ты одновременно любишь и боишься? Нет, у меня такого не было. Почему ты должен бояться своего питомца? Ладно, нам не обязательно заводить его. Давай просто посмотрим на них. Ладно, все в порядке. Хорошо, так вот, если посмотреть на этих паразитов, то окажется, что это просто разные виды червей. Брат. Да, это здорово. Хорошо, и так у нас есть очиститель кожи, спинномозговой червь, шведский конский червь, дерматофоидный червь, постельный червь и свиной червь. Обалдеть, вы любите червячков, ребят? Чувак, давай посмотрим на постельного червя. Хорошо, так что, глядя на фотографию этой штуки, я вижу, что она довольно отвратительна, чувак. Это не то, что можно держать в качестве домашнего питомца. Брат, это постельный червь. Он, вероятно, спит в твоей постели. Он не причинит тебе вреда. Хорошо, давай прочитаем описание. Сожрет здесь. Тебя. Хорошо, здесь написано, что этот паразит проникает в организм человека через нос. Он обвивается вокруг головного и спинного мозга. Человек может нормально функционировать с этим паразитом на месте. Брат, это не домашнее животное. Чувак, здесь прямо написано, что ты можешь нормально функционировать. Что значит нормально функционировать?
Эта штука войдет в твое тело. Чувак, она похожа на змею. Это опасный питомец, но с ним классно иметь дело, и на него приятно смотреть. Так что же ты будешь делать, если он выйдет наружу или что-то в этом роде? Я просто оставлю бак у себя. Чувак, я не думаю, что ты знаешь, как ухаживать за чем-то подобным. Если мы не выпустим бак, то все будет в порядке. Хорошо, у нас здесь тоже есть кое-что, что предупреждает. Если мы не выпустим его из банки, но они же выпустят его из банки. Обращайтесь напрямую. Паразиты могут возбудиться при виде человеческой кожи. Держите их в темном помещении. Брат, это не то, что мы можем держать в качестве домашнего животного. Чувак, почему ты так боишься этой штуки? Это червяк. Тебе даже не нужно прикасаться к ней или видеть ее. Я буду держать ее у себя в комнате. Брат, это не так. Я этого не боюсь. Я просто не понимаю, откуда она у нас взялась. Мы не знаем, что это такое. Чувак, я обещаю, что разберусь с этим. Давай просто покончим с этим. Хорошо, хорошо. Это твой питомец. Хорошо, ребята. Уговорил. Так что, думаю, мы только что заказали эту штуку. Предполагается, что мы получим электронное письмо, когда оно прибудет. Чувак, от этой штуки будет тошно. Это будет самый крутой питомец, который у тебя когда-либо был. Почему ты говоришь, что у тебя когда-либо был питомец? Это будет твой питомец, братан. Да, посмотрим. Хорошо. Да, я не любитель червяков. Ладно, давай, давай. Давай выбираться отсюда. Угу. Потрясающе. А вы держите ложку в чай, в чашке? 2 дня спустя. Ты готов? Да. Ты снимаешься? Да. Хорошо, ребята. Итак, несколько минут назад мы получили электронное письмо с сообщением о том, что посылка была доставлена. Так что давайте откроем дверь и посмотрим. Да, я вас видел. Вот он стоит. Хорошо, я понял. Эта штука очень тяжелая, братан. Ладно, давай, братан. Давай откроем ее. Все в порядке. Давай поднимемся по лестнице. Все в порядке, братан. Твой паразит здесь? Он не тяжелый? Да. Я имею в виду, чувак, здесь много предупреждений. Может быть, нам не стоит прикасаться к этому? О, чувак, они просто повесили это здесь для привлечения к ответственности. Какой-то ребенок, вероятно, подавился скотчем в костюме своих родителей или что-то в этом роде. Ладно, что? Я... Подавился скотчем? Не думаю, что это работает именно так. Но у тебя есть что-нибудь, чем мы могли бы это вскрыть? Кусачки для улиток. Итак, ты достал напильник для пальцев ног. Хорошо, давай покончим с этой штукой. Ты готов, братан? Да. Чувак, посмотри на этого парня. Хорошо, так вот, здесь есть что-то вроде банки и немного начинки. А что это за перчатки здесь? Что находится в банке? Я не знаю. Может быть, нам стоит надеть эти перчатки, брат, прежде чем мы к чему-нибудь прикоснемся. Давай сначала посмотрим, что находится в банке. Вот-вот, дай может, мне фотоаппарат. Может, перчатки наденем, ребят? Вот, возьми его в руки. О боже. Чувак, по-моему, вот и все. Что, черт возьми, это за чувак? Братан, он выглядит мертвым. Я думаю, что нас обокрали. Братан. Положи его обратно в коробку. Чувак, прекрати. Перестань трясти его. Положи его обратно в коробку. Чувак, выглядит неплохо. По-моему, нас обокрали. О чем ты говоришь? Послушай. Он разлил. Будь осторожен. Не забудь надеть перчатки. Держись. Чувак, смотри, она мертва. Техника безопасности. Да-да. Ну да. Пошел я. Видишь? Не так ли? Нас обокрали. Что, возьми, это было. Братан, с тобой все в порядке? Его укусил. Что случилось? Детка. Мне больно. Что, черт возьми, только что произошло? Кто закрывает дверь? Что это такое? Йоу, давай, поставь туда немного холоды. Налей туда немного холодной воды. Давай же. Давай. Чувак, дай мне на это посмотреть. С тобой все в порядке? Дай мне посмотреть. Чувак, я в порядке. С тобой все в порядке. Чувак, в этом нет ничего страшного. Мне больше не больно. Дай мне на это посмотреть. Перестань. В этом нет ничего страшного. Мне больше не больно. Чувак, давай же, братан. Хорошо, думаю, я расскажу вам о ситуации, ребята. Итак, ребята, прошло уже несколько часов с тех пор, как эта тварь укусила Честера. Он сказал мне, что с ним все в порядке, но он постоянно стонет в своей комнате. Так что мне нужно пойти проверить. У меня все в порядке, только я умираю. Как он там? Честер? Честер, с тобой все в порядке? Ты в порядке, братан? Мне кажется, нет. Чувак, ты весь в поту, чувак. Он весь в поте. Как ты себя чувствуешь? Со мной все в порядке. Потом. Ты неважно выглядишь, брат. Йоу, давай я отвезу тебя в больницу прямо сейчас, брат. Это просто смешно. Пожалуйста, чувак, давай же поехали. Я не могу. Что случилось? Ты можешь или не можешь? Что случилось? У меня нет медицинской страховки. Чувак, чего? Если мы сейчас же не уйдем, то ты умрешь, братан. Ты неважно выглядишь. Хорошо, отвези меня к моему врачу. А кто твой врач? Твой врач уже работает? Да, поехали. Все в порядке. Хорошо, поехали. У нее нет медицинской страховки, но у нее есть врач. Потрясающе. Ладно, давай же.
Да, странно. Мы сейчас чуть не потеряем Честера. Мы отправились к доктору Честера. Хорошо, так что мы прямо сейчас направляемся к врачу Честера. Честер, как ты думаешь, этот парень действительно может помочь? А ты? Да, чувак, я хожу к нему уже больше года. Этот парень действительно умен. Ладно, чувак. Все в порядке, это прямо здесь. Это здесь? Я готов. Чувак, это не кабинет врача. Что случилось? Чувак, это чей-то дом. Да, доктор бормочет что-то себе под нос, не выходя из своего дома. Чувак, ни один законный врач так не поступает. Чувак, я чувствую себя по-настоящему больным. Давай просто зайдем внутрь, давай же. Ладно, давай же. Прикольно. Слушай, его укусил червяк. Давай постучим в дверь этого парня. Значит, он сам стал червяком или что? Скоро станет. Стоп, что? Ты врач или мамли? Да. О, это он. Честер пришел на прием к врачу. Не могли бы мы зайти? Да. Вот это прикольчик. Вот это врачок. Интересно. Чувак, этот парень не собака. Джо, да, так оно и есть. Не доктор. Собака, а док. Перепутали. Это наш офис. Надень это на себя. Все в порядке. Тебе просто нужно надеть этот пистолет. Отлично. Я пойду с тобой. Рода? Поехали. Ты совсем изменился. Да, давай просто покончим с этим. Чувак, нам лучше просто уйти, хорошо? Врачи не оперируют у себя дома. Чувак, перестань. Я действительно думаю, что этот парень может мне помочь. Чем я могу тебе помочь? Давай просто поедем в больницу, как все нормальные люди. Чувак, у меня нет медицинской страховки. Я доверяю этому парню. Я встречаюсь с ним уже. Так если у него нет медицинской страховки, ему что, могут отказать в обследовании? Нет, просто ему тогда выпишут огромнейший счет. Ему придется платить, а тут он решил сэкономить. Уже больше года. Посмотрим. Давай просто спустимся вниз, хорошо? Хорошо. Вот и все. С доктора. Я думаю, он хочет, чтобы ты сел. Извините, сэр, могу я взглянуть на вашу медицинскую лицензию? Что это значит? Хорошо, подними ноги сюда. Все в порядке. Он принимает роды. У Честера, по-моему, у него там шорты. Чувак, что это, черт возьми, такое? Ничего особенного. Давай сравним это с тем, что было на прошлой неделе. О чем, черт возьми, говорит этот парень, братан? Ничего особенного. На прошлой неделе. Ты не можешь записать эту часть. Чувак, это действительно странно. Это действительно странно. Чувак, он что, врач? Я не уверен, что этот парень врач, братан. Кушает? Да. Дело время. В чем твоя проблема? По-моему, у меня паразит в постели. Внутри меня. Я просто хочу проверить, нет ли во мне яиц паразитов. Яиц? У тебя глисты. Ты можешь проверить? У него глисты. Чувак, это так странно. Тебе не стоит доверять этому парню. Открой рот пошире. Йоу, разве ты не собираешься сначала вымыть руки? Открой рот чуть шире. Чувак, этот парень не мыл руки. Что у тебя ковыряется во рту у него? Чувак, он собирается засунуть это тебе в рот? Открой рот пошире. Еще чуть-чуть пошире. О боже, чувак. О боже, я не могу этого показать. А на мониторе что-нибудь будет? О, чувак, что это такое? Это внутри тебя? Чувак, это просто отвратительно. Ля, прикол. О, братан, что это такое? Что это у тебя внутри, братан?
Чувак, о боже мой. Доктор Момбли, что это, черт возьми, такое? У тебя глисты. У тебя есть глисты. Чувак, это нехорошо, братан. У него глисты. Чувак, эти белые штуки двигаются. Они растут. О, чувак, боже мой, братан. Чувак, неужели эти штуки станут такими же большими, как та другая? Чувак, я не знаю. Вот что значит проглотить косточку от вишни или семечку от арбуза. Как нам от этого избавиться? Можем ли мы что-нибудь сделать? Нужна ампутация. Чего ампутация? Что ты хочешь ампутировать? Это его работа. А как же его живот? Прямо посередине. Чувак, это просто смешно. Нам нужно уходить. Братан, давай выбираться отсюда. Все нормально. Вот и все. Что случилось? Нет, прекрати это. Прекрати это. Прекрати это. Прекрати это. Ладно, чувак, серьезно, прекрати. Видишь ли, ты этого не хочешь. Нет, подожди, подожди. Мы можем сделать что-нибудь еще? У тебя нет какой-нибудь таблетки или чего-нибудь еще? Все-таки он изменил решение, не будет ничего колоть, просто даст таблетку какую-то. Вот. Возьми это. Что это такое? И не пей воду, и не употребляй алкоголь в течение следующих 72 часов. Это займет несколько часов. Чувак, какого черта? Это не похоже на то, что сказал бы врач. Не останавливайся. Все в порядке, не спасибо пить воду. Тебе. Да, все в порядке. Все в порядке, прикол. Спасибо. Сколько он тебе должен? 25 баксов. Все в порядке, сундук. У тебя есть наличные? О, ты можешь достать это? Чувак, ты хочешь, чтобы я заплатил этому парню? Да. Ладно, как скажешь. У меня с собой всего 10 марок. Все в порядке. Все в порядке. Все в порядке. Все в порядке. Все в порядке, уходи. Я заплачу. Заплатил 10 баксов. Прикол. Ты ничего об этом не знаешь. Чувак, мне это не нужно. Заказал паразита себе на голову. Любой может сказать, что этому парню не стоит заниматься медицинской практикой. Он буквально только что спас мне жизнь, и тебе пришлось заплатить ему всего 10 долларов. И что же, как тебе удалось спасти свою жизнь? Я дал тебе эти таблетки. Дай-ка мне взглянуть на них. Прекрати. Чуваки, дай-ка я посмотрю. Подожди минутку. Чувак, это в буквальном смысле слова Advil. Этот парень знает, что делает. Я принимаю их. Чувак, это ни к чему не приведет. Давай поедем в настоящую Advil, больницу. Advil, по-моему, это переводится как «приключение». Я уже чувствую себя лучше. Давай просто поедем домой. Там если мне станет хуже, мы сможем вернуться утром. Чувак, это просто смешно. Ладно, поехали. Вернуться все утром. В порядке, так что, Честер, теперь, когда мы дома, ты должен сказать мне, что ты хочешь сделать. Я думаю, она позволит мне отвезти тебя за реальной помощью. Со мной все в порядке. Думаю, я просто пойду спать. По-моему, таблетки подействовали. А как насчет Адвила? Нет, чувак, в тебе сидит паразит. Чувак, со мной точно. Все в порядке. Червяки. Не волнуйся за меня. Я просто глисты пойду спать. Него. Тебе тоже стоит лечь спать. Все в порядке. Я, кстати, не знаю, за чего вообще появляются глисты, ребята. Пишите, я просто волнуюсь. Кто в курсе Кубы любит? Хорошо, ребята. Итак, Честер несколько минут назад ушел в свою комнату, чтобы лечь спать. Он выглядит не очень хорошо, так что думаю, мне стоит проверить его еще раз. А как же Честер? Честер как? Честер, чувак. Что? С тобой все в порядке? Да, все в порядке. Мне просто очень плохо. Он в очках спит. Чувак, давай же, я беспокоюсь за тебя. Со мной все в порядке. Мне кажется, ты же поместил паразита в теплое и темное место, верно? Да. Да. Но его там нет! Честер? Что за чувак? Я действительно неважно себя чувствую. Не доверяй мне полностью. С паразитом все в порядке? Нет. Да, почему бы тебе просто не попытаться уснуть, а утром давай просто поговорим, хорошо? Хорошо, спокойной ночи. Жесть. Окей. Все в порядке. Да, так что паразита в этой банке нет. Я понятия не имею, куда он делся. Я не могу сказать Честеру, что его там нет, потому что не хочу его напрягать. Он сейчас очень болен. Уже довольно поздно. Ну да. Я думаю, что мне стоит поискать его утром, когда будет светло. Я собираюсь лечь спать. Скоро я сообщу вам об этом, ребята. Хорошо, спокойной ночи. Спокойной ночи. Привет, ребята. Так что сейчас я чувствую себя не очень хорошо. У меня появилась эта выпуклость возле живота. Обалдеть! Чего? А раньше ее там не было. Я думаю, что лекарство помогает. Так что... Че? Помогает? Я просто пытаюсь уснуть. Я бы, наоборот, навалил бы кирпичей и испугался бы. Ладно, спокойной ночи.
Чувак, ты просто монстр. Мы пытались пойти спать, уснуть. Ладно, так что уже очень поздно. Я пытаюсь уснуть, но постоянно просыпаюсь от этого странного шума. Сначала я подумал, что мне это почудилось. Послушай. Думаю, мне пора идти будить Честера. Кто-то там орёт. Походу. А как же Честер? 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 Спит. А как же Честер? Мне кажется, его размотало, мне кажется, нет? Мне кажется. А может не кажется? На пол спины ёкалэмэнэ! Червячело! Ё-моё! Обалдеть! Честер! Честер! Честер, вставай! Что с тобой? Я здесь, чтобы проснуться, чувак. Вставай! О боже! Вот он, червяк! Что это такое? Больно. Это червяки, чувак! Ты понимаешь, что происходит? Проснись. Он к нему залезает. Куда он там залез? Чувак! Что, черт возьми, с тобой случилось, братан? Неужели эта штука вошла в тебя? Мне больно. Вошла в него. Мне больно. Чувак, что, черт возьми, происходит? Чувак, давай же вставай. Нам нужно ехать в настоящую больницу, братан. Давай сделаем тебе промывание желудка. Ну же, поехали. Давай же, поехали в больницу. Обалдеть. Эта штука залезла в него. Мы немедленно отправились в больницу и умоляли врача, чтобы тот сделал Честеру промывание желудка. Так. Доктор сделал Честеру промывание и вытащил несколько паразитов, которые были около 1 метра длиной. 3 фута, это 1 метр примерно, 90 сантиметров. Вероятнее всего, врачи или сам госпиталь никогда еще не видели этих типов паразитов, которые были внутри тела Честера. Обалдеть! Они думают, что это какой-то неоткрытый вид паразитов. Обалдеть! Ну да, из Дарквеба. Заказать неприятно. Такое. Я все еще молюсь за здоровье Честера. Чувак, со мной надеюсь, все в порядке. Надеюсь, Честер будет здоров. Помни, да. У него есть не все в порядке. Полное видео. Если у парня есть проблемы с его телом, они должны отвезти его к врачу. Что мы можем для него сделать? Что там? Мы только что зашли в комнату твоей дочери, но ее там не было. Чего? 1 числа его дочь исчезла. Значит, как исчезла? Спроси себя, кто следующий? Что? Привет. Привет. Дочь исчезла! На этом пока что-то все, ребята. Все. Если вам... Я что-то в конце не особо испугался, я был задуман... Я задумался над тем, что стало с Честером. Но помните, доктор сказал, что у него что-то подобное было на прошлой неделе. То есть, возможно, это не связано с этим червем. То, что он его укусил... Как они вообще яйца могли появиться? Ну, это, конечно, интересно. Но в этот раз он помог Честеру. Помогли Честеру. А другим, кстати, они не помогают. Они просто уходят и все, как в прошлый раз, помните? Но это еще не все, ребята. Продолжаем. Да, Life of Luxury, конечно, порадовали тем, что они спасли Честера. Респект, респект Паркеру. Респект, респект. Потому что они просто убежали. Просто убежали. Я... Никак не могу забыть то, что они тогда сделали. Взяли, убежали. Не помогли этой девушке. Жалко. В общем, мужик. А, я думал, это просто фотография. Да-да-да, по-моему, этот мужик уже сербскую леди в прошлый раз с ней встречался. Ну как встречался, она его сожрала. Опа. Попадос. Фух, я испугался, думал, что сейчас будет, а это просто завис. Это просто завис. Кого-то там его сфотографировали, кому-то теперь пишет. Hello, Ross. Джейк. Привет, Роуз. Did you hack the photo?
Это ты повесил фотографию на дверь? Какое фото? Ты о чем? Только я не вешал ничего. Фотографировать. Роз, а не помнит, что у меня была такая фотография. Но в любом случае. Okay, see you later. Увидимся позже. Ха. Не напугаешь. Кого-то он сейчас найдет, наверное, сейчас, да, там. Сейчас. Бам! Нет. Фотка какой-то женщины. Она указывает на зеркало. В зеркале, наверное, кто-то будет, 100%. Отражения, кстати, его нету. Наверное, потому что он стоит под углом. Смотрит. Тихо, чуваки. Пол скрипит. Обычно, когда ночью ходишь, пол скрипит. Чего там? Чего? Его просто утащило зеркало. Пришла жена. И ее тоже утащит 100%. Не, ну однако прикольно, но Life of Luxury меня порадовали. Фух, ребят, лайк, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Дзен, подписывайтесь на телегу, подписывайтесь на все, чтобы не потеряться. Не забывайте самоплодиться с этими страшилками. Лучше не смотрите их ночью, спать не будете, то если не хотите спать, то пожалуйста. Да, ставьте лайк, тогда монстр никакой не придет. Ну и рассказывайте друзьям, жмите на вот эту штучку, чтобы подписаться. Посмотрите вот эти видосы, если их специально для вас, а снизу еще одно страшное видео, которое я для вас и выберу. Тыкайте, вам понравится, вы испугаетесь точно. С вами был, как всегда, я. Ради здоровья, там, счастья, успехов, все самое лучшее. Микайте для себя и своих близких, будьте счастливы, будьте, конечно, здоровы. И увидимся же в новых видео. Пока. Не смотрите ночью.